Здравствуйте. Уже тут. Приветствую. Соступающим. Готовились. Приветствую. Здравствуйте. Гостеприимные и веселые члены многодетной семьи Лепешкиных встречают гостей. Родители и все их 10 детей скромно, но дружно живут в трехкомнатной квартире. На жизнь не жалуются, а на вопрос улучшения жилищных условий все же открытый. Руководитель администрации держит его на контроле. Земля у нас есть. Мы поэтому как многодетные не получили дополнительный участок, так как у нас в наследстве имеется. Участок в деревне Цыбина, но там ветхий дом, уже старый и аварийный. Один из местных предпринимателей выразил готовность построить для семьи Лепешкиных дом коттеджного типа. Со своей стороны администрация Воскресенского района и городского поселения Белозерский готовы всячески содействовать делу. Проект у нас есть, мы кое-то рисовали, проектанты готовы нарисовать. Все зависит от земли. Земля сейчас в границах населенного пункта, но она сельхозназначение. Вот надо только сменить вид разрешенного использования и все. Строительство планируется в деревне Цыбина, участок с коммуникациями. Руководитель администрации предложил не откладывать вопросы в долгий ящик, а в ближайшее время проконсультироваться со специалистами, чтобы дать делу ход. При согласовании с правительством Московской области мы не обойдемся без их согласования. Но тем не менее, хотя бы будем понимать, в какие сроки мы можем этот вопрос решить. Учитывая, что добрая воля у нас есть, застройщика, мы, конечно, предпримем все необходимые меры для того, чтобы помочь разрешению этой ситуации. Семья Лепешкиных награждена медалью ордена «Родительская слава». Летом по поручению губернатора при спонсорской поддержке химкомбината они получили микроавтобус. Теперь в приоритете улучшение жилья. Ольга Югай, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.